всем большое спасибо, что вы пришли, что у нас есть возможность спеть для зрителя, получить обратную связь в виде ваших эмоций. Я надеюсь, эта встреча в этом году не последняя, а только первая, потому что мы нынче будем показывать юбилейный концерт. Нам нынче 10 лет нас закрыли, не дали нам показать юбилейный концерт, поэтому решили, чем 12 лет юбилей.